Приветствую вас на канале Банковский. В нашем обзоре автокредит от Unicredit Bank. На рекламной странице на сайте очень необычно представлен кредитный калькулятор. Нигде я такого не видел. То есть здесь идет фраза, да, и можно подставлять, значит, в эту фразу необходимые параметры и дальше нажать кнопку «Рассчитать», и система рассчитает, значит, сумму, там, срок, процентную ставку по данному кредиту. Ну, в данном случае-то мы пользоваться им не будем пока, потому что это будет не информативно. Сначала нужно посмотреть программы, выбрать их, ну и уже потом что-то рассчитывать. Значит, сразу предлагаю пропустить все вот эти вот рекламные лозунги, которые на сайте представлены. Нас интересуют конкретно тарифы по кредитным программам. Вот, значит, есть новый автомобиль программа, подержанный автомобиль программа, престиж на покупку статусных транспортных средств и спецпрограммы. Начнем мы с программы «Новый автомобиль». Значит, что она предлагает? Это стандартная программа. Во-первых, ставку от 12% годовых. Сумма кредита от 100 тысяч до 8 миллионов рублей. Срок кредита от 3 месяцев до 7 лет. Первоначальный взнос от 15% стоимости автомобиля. И объекты кредитования: новые автомобили иностранного производства и новые автомобили марок УАЗ, то есть модели Hunter Pickup Patriot GAZ, модели категории B, и Lada, также мотоциклы, трициклы иностранного производства. Ну, в принципе, нормально, за исключением, пожалуй, ставки, то есть ставка слегка высоковата, но учитывая параметры прочие, получается вполне себе неплохо. Какие документы необходимо предоставить? То есть здесь заявление на получение кредита, копии, получается, заполненных страниц паспорта, копия водительского, копия заполненных страниц трудовой книжки, заверенной печатью, ну и так далее. То есть, в принципе, пакет документов самый обычный. И здесь, опять же, указано, что не требуются документы, подтверждающие трудовую деятельность и доходы заемщика-поручителя. Вот это вот неплохо, потому что если еще собирать документы поручителя, потому что обычная практика — это какие документы приносит заемщик, такие же документы приносит и поручитель, то получается время на оформление растянется достаточно значительно. То, что касается требований к заемщикам, нужно получить автокредит может гражданин, место работы и постоянной регистрации должно быть в любом регионе РФ, за исключением Республик Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня и Крым. То есть вот с этими регионами не работают. Значит, ну, этапы получения кредита тоже здесь расписаны, что очень хорошо само по себе. То есть начинается все с получения предварительной информации по условиям автокредита, да, и заканчивается все уже приобретением займа, то есть все расписано, можете посмотреть. Ничего тут такого секретного, страшного нет, потому что многие пишут, что вот там банк скрывает, сколько зарастянется оформление реально, пишут 1-2 дня, на самом деле 2 недели. То есть здесь в данном случае все прозрачно и открыто. Значит, следующий продукт — это кредит на подержанный автомобиль. То есть это кредит вы берете на покупку автомобиля, который уже, соответственно, был, имеет пробег определенный. Но здесь есть, естественно, ограничения. Смотрите, ставка тоже от 12% годовых. Сумма кредита от 100 тысяч до 3 миллионов рублей для автомобилей не старше 10 лет и до 5 миллионов рублей для автомобилей не старше 5 лет. Срок кредита будет от 3 месяцев до 7 лет. Ну и прочие параметры здесь похожи, да, за исключением того, что установлен максимальный возраст автомобиля на момент получения кредита не должен превышать 10 лет, да, и на момент погашения кредита не должен превышать 15 лет. То есть довольно-таки строгие требования, но тем не менее они преодолимы вполне. Можно найти подходящий автомобиль и поучаствовать в данной программе. Значит, то, что касается документов, здесь все то же самое, что и по новому автомобилю. Не буду я повторяться.
Значит, требования к заемщику такие же, а есть требования к приобретаемому автомобилю. То есть продавец автомобиля является официальным дилером-партнером банка. Автомобиль должен был изначально ввезен на территорию РФ и продан официальным дилером. Значит, следующий кредит на дорогие автомобили по программе «Престиж». Здесь хочу обратить внимание, ставка ниже от 10% годовых, поскольку суммы априори будут больше. Хотя вот диапазон такой же стоит, но представьте, престижный автомобиль, вы дешево его попросту не купите. Сумма кредита, значит, такая же, срок кредита такой же, минимальная стоимость автомобиля от 1 200 000 рублей. Первоначальный взнос от 10% стоимости автомобиля и объект кредитования – это новые автомобили, мотоциклы, трициклы иностранного производства стоимостью от 1 200 000 рублей. То есть отечественные автомобили, понятно, здесь не участвуют. Документы – то же самое все идет. Требования – то же самое. Ну и спецпрограммы – это, значит, программы, предлагается приобрести на специальных условиях автомобили и мотоциклы определенных марок. Здесь идет у нас приличное количество марок. Тут и Cherry, и Lifan, и Volvo, и Geely, и Porsche, и чего тут только нет. Ну, кстати, хочу отметить, много китайских фирм. Так что, если какая-то из этих программ вам приглянулась, можете посмотреть более внимательно. Я сейчас останавливаться не буду, потому что, переходя по каждой ссылке, да, то есть они все кликабельные, вот эти марки, там будут свои условия. Значит, в целом, если давать оценку данным финансовым продуктам, да, автокредитам, то можно сказать, что данные продукты вполне конкурентоспособные. Отмечу, что ставка в UniCredit банке честная, никаких там дополнительных процентов не пришивают по ходу оформления. Ну, там единственное, что может быть связано со страховкой, но это уже как бы стандартная ситуация. Отказывайтесь от страховки, ставка повышается. Я имею в виду страхование жизни. А страховка автомобиля, она будет понятна обязательно. Поэтому смотрите, сравнивайте автокредиты с аналогичными продуктами других банков и уже принимайте окончательное решение, основанное на конкретных данных с многих банков, да? В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео и удачи вам!